Главные новости и другие телепроекты от Первого областного телеканала теперь и в Болхове. Вещание в этом райцентре наши инженеры наладили в конце минувшей недели. Поймать его можно на частоте 679 МГц. При автонастройке на телевизорах он займет примерно пятую кнопку. Болховчане пополнили телезрительскую аудиторию нашего телеканала вслед за орловчанами, ливенцами и амчанами. В этих городах Первый областной вещает в круглосуточном режиме. Главные новости могут увидеть также жители Корсакова, Дмитровска и Новой деревни. Там Первый областной транслируется врезками в полотно других телеканалов. Таким образом, уже сейчас мы охватываем более 60% зрительской аудитории региона. Вообще, в ближайшее время планируется запуститься, так же, как и в Болхове, в Малоархангельске и Колпне, вот, и перейти на полноценное вещание в Дмитровске.